Итак, всем привет! Вы на канале Рикантана, и мы решили поохотиться на большого шрама. Приручите большого шрама, чтобы стать настоящим повелителем зверей. Очень высокая сложность. Погнали! Пройти всю пещеру. Где-то в конце пещеры будет уже доступ к медведю. Честно скажу, крава дался тяжело. Довольно-таки. То есть мы за него бежали и били его, и в ловушке ловили. Короче, оказалось не хухры-мухры. Думаю, что с медведем будет не легче. Следуем. Так, то есть где-то он нападал на людей, и мы понимаем, что ему надо сделать какую-то, может быть, ловушку. А, он пролил много крови. Господи. Уже страшно. Костерок для воскрешения. Идите по следам большого шрама. Ну тут суть ясна. Сейчас пойдем по следам. Пока я только что-то его следов не вижу. Да, пусть нападает, а мы пока пойдем по следам. Так, а вот и следы. Кровавые следы. Да, слушай, ну это мощно у меня, конечно. Ну да, мне почему тяжело было. Сейчас-то у меня есть, извините, кровавый клык, который, если что, поможет. Так, сейчас мы проведем исследование. Золотёпы, охотники, только уходите. Так. Следы еще теплые. То есть, возможно, сейчас удастся нам взять тёпленького, смотрите. Ага, он поранился. Так, ловушка медведя ловить. Ох, как рванул клык. Так, исследуем. Тоже какая-то ловушка видела. Медведь с охотниками драться, следуя на север. Так, север. Где север? Север вверх. Так, может пойдем справа сначала, поможем. Так, кого-то надо убить. Отлично. И что нам это дает?
честно, не совсем понял. Так, ладно, пусть лучше сюда идет. Это я его хотел. Ах, видел я, что он кружит надо мной. Ну, идем дальше, двигаемся. Ну, тут, кстати, я вам скажу, очень много ресурсов. Прямо они подряд, смотрите, рассыпаны. Надо собирать, пригодится для опыта. А, все обязательно собирайте, потому что нужно строить деревню и улучшать. Я так иду все время подряд собираю. То есть редко когда зачем-то было, чтобы я конкретно искал что-то. В основном просто иду и собираю все подряд. Все, что не так лежит, как говорится. Так, что мне показывает, что мне надо наверх. Ставьте ловушки, а я так понимаю, сам. Пойдемте, мы просто сам вверх будем этот шрам. Смотри, смотри, вот там раз это. Так, поохотитесь на большого шрама. Все, большой шрам, бежим. Мы лечимся. Жесть, короче, ребята. Слушайте, ну можно сохранять игру. Thank you.
Так, он, видимо, убегает, так понимаю. Догоните большого шрама. Все понятно. Сейчас соберем ресурсы и побежим в догонку за ним. Так, мы добрались до пещеры большого шрама. Честно, идти туда страшно. Не знаю, что там ждет. Я видел, что он мощный, его не берет. Никакая гребаная стрела. Так, попробуем посмотреть изготовление. Покопим, в принципе. Слушайте, ну давайте все-таки я лучше копье. Деревни, деревни. Ну, копье я улучшу, оно будет лучше у нас. Нож, бог с ним. Так, и навыки. Давайте попробуем два навыка куда-нибудь использовать. Позволяет получать... Так. Получать чем меньше урона в ближнем бою или при нападении зверей. Хорошая штука. Прицелить семитарь дубинки или копья станет значительно проще. Скорость смены оружия позволяет цепиться метать дубинки во время перемещения тела. Так, давайте вот это будем прокачивать. Хочу получить еще одну единичку здоровья. Так. Все, мы восстановились. Ну, идем с боком. Так. Охотитесь на большую машину. Жесть какая-то вообще, просто жесть. Надеюсь, у меня здоровье сохраняется. То есть у него сохраняется. Его гребаное здоровье маленькое. Жесть какая-то. Просто жесть. Так. Так, все, опять идем в пещеру. Так, а где мы вообще? Да вы что, угораете, что ли? Жесть, ребят, опять в пещеру надо. Ну ладно. Так, мы опять в пещере, и сейчас самый главный вопрос. Так, ловушку можно опять сделать, ловушку. Логово, то есть он убежал в логово.
делаем ловушку. Так. Обыскать. Мешок. Ну тут-то мы сейчас его должны добить. Победите большого шрама. Большого шрама, жесть какая-то. Так, давайте мы залезем. Все это просто это зверюга отвлекает на себя врагов во время боя. Все, охота на большого зверя завершена. Мы получили кучу опыта, и я тут видел оленя. Да, так, какой-то трофей может быть здесь есть. Нет, ничего такого здесь нету. Так, давайте попробуем опыт распределить. Так, позволяет целиться в дубинке копия при перемещении тела. Так, и нужно еще 3 навыка. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Он приручен. Все, всем пока и играйте в Far Cry Primal 3. Всем удачи!